Всем привет! Вы на канале Ведро и Гейминг. Меня зовут Александр. И сегодня мы поиграем в Dungeon Defense. 500 тысяч скачиваний, средняя оценка 4,8, категория Action. Игру сделал один человек. Игра очень прикольная. И в ней очень-очень много всего. Почет и уважуха этому человеку, который сделал. Куча оружия, магазинов, улучшений и так далее. Игра необычная. Сейчас я вам ее покажу. Судя по названию, нам нужно защищать. Что-то защищать. Вот. Сейчас покажу, как это все делается. Сделаем немного потише. Кликнем новая игра. Выберем новая игра. Этот слот перезаписать. Чуть-чуть в нее побегал. Сложность герой. Ну, возьмем вот этого огра. Не, давайте возьмем, наверное, все-таки скелета. Класс лучник. Вор. Давайте за лучника, потому что там надо сидеть на стене. И стрелять. День первый, уничтожить всех врагов. И вот так вот мы, тапая по экрану, выносим всех врагов. Вот босс пошел. Надеюсь, не сильно громко. Первый день прошел. Выберите навык. Наносит больше урона врагу. Давайте чуть потише сделаю все-таки. Удары сокрушительные. Ну, давайте вот этот возьмем. Урон увеличен на 3%. Выберите навык. Противники, расположенные на большем расстоянии, получают больше урона. Увеличивает ваш потенциал, вы сможете увидеть и выучить больше. Давайте вот этот возьмем. Тут у нас дропнулось оружие. Это кто у нас? Оружие монстр. Наденем. А как одеть? Так, вот этот лук лучше, чем мой. Это можно продать. Понятно, все остальное нам не подходит. Автоматически продать. Окей. Продолжить. Сохраняем сразу же. Тут у меня журнальчик, персонажи. Можно поменять строй. Снаряжение. Тут можно что-нибудь купить. Слизняку можно купить жезл. 3,52 золота стоит. Катар, меч. Давайте слизняку возьмем жезл. Взяли, да? Так, персонажи. Персонажи. Тут еще умения, можно их улучшать. Подземелье можно грейдить. Давайте вот это возьмем. Хватает. Ну ладно, в бой. День второй. Как видите, в игре очень много всяких улучшений. Немного не понял, как тот посох одеть, который мы купили. Но сейчас, после уровня, наверное, мы его оденем. Окей. Навык. Позволяет оружию перезаряжаться быстрее. Противники, расположенные на большом расстоянии, получают больше урон.
Благодаря тренировкам становитесь сильнее. Давайте станем сильнее. Наносит больше урона бронированным противникам. Давайте. Смотрим оружие. Лучше, чем у нас, одеваем. Дротики мы пользоваться не умеем. Хуже. Лучше. Не умеем. И вот что мы купили, тоже наденем. Необходимые мастерства на владение текущего уровня. Окей. Пока оставим. Автоматически продать. Вот. Крутое осталось, все остальное продали. Все. Продолжаем. Опять сохраняемся. Ремонтировать нам ничего не нужно. Миссия. А, типа чувачки. Лаборатория. Тут вот можно... Вот такая вот ветка наших скиллов. Стоимость строительства уменьшена. Увеличить боезапас. Ну давайте мы с луком вот это вот сделаем. Один день до завершения. Окей. Подземелье. Здесь можно подземелье прогрейдить. Давайте-ка мы наймем кого-нибудь. Персонажи, да? Нанять. Вот. Наймем гоблина. Не хватает места. Подземелье. Посмотрим, где можно улучшить место. Нанять. Строить. Давайте потратим денежки на то, что хватает. Так, так, так. Больше нам ни на что. А, вот на это еще хватает склад. Давайте увеличим склад. И магазинчик еще прогрейдим. Окей. В бой. Бесконечные волны, башни испытаний. Давайте башню... Ага, 10-й день. Окей. Продолжаем. 3-й день. Еще раз говорю. Игру сделал один человек. Ее уже скачали 500 тысяч человек. Не знаю, какой процент в нее играет. Но по мне игра очень крутая. Какие-то ярости всякие включают. Посмотрим. Увеличивает золото. Слабость противника делает удары сокрушительными. Увеличивает ваш потенциал. Потенциал нам не нужен. Давайте вот это улучшим. Метает оружие быстрее, но с меньшей точностью. Ну не. Увеличивает ваш потенциал. Давайте вот эту скорость атаки возьмем. Ага, увеличивает количество ваших. Прошибные снаряды тоже мне нравятся. Смотрим. Лучше. Наденем. Не умеем. Продадим. Хуже. Продадим. Не умеем. Не умеем. Хуже. Хуже. Одинаково. А, это наш. Хуже. Наденем. Окей. Это можно продать. Продолжить. Качество предметов. Стоимость. Давайте это возьмем. Теперь персонажи. Давайте кого-нибудь наймем. Допустим, гоблин. Огр. А, все, понятно. Еще раз надо улучшить. Подземелье. Нанять. Строить. Персонажи. Нанять. Живой меч. Давайте его возьмем. Давайте в бой. 4-й день. Стрельнул, сразу же кого-то убил. Игра вроде бы простая, но цепляет чем-то вот этими всякими улучшениями.
И я думаю, на какой-нибудь 20-й день будет уже не так все просто. О, уже и боссы поперли, видите? Супер. Вот такая вот игра. Всем рекомендую хотя бы не играть. Ну, попробуйте хотя бы. То, что если понравится, можно надолго в ней залипнуть. Ну, а если понравится, можете вернуться в это видео и поставить лайк. Также подписаться на канал. И написать в комментариях что-нибудь подобное. То, что игр много, глаза разбегаются, не знаю, что выбрать. Если игра понравится мне, я обязательно сделаю на нее обзор. И скажу, кто мне ее порекомендовал. Всем спасибо, всем пока.